Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Сегодня вот видос про наших перепелок, как мы их готовили к Новому году. Вот такую кучку у нас. Это так вот я заснял, как они выглядят у нас в кучке. А всего мы за вечер сделали 8 килограмм. А за 3 дня мы сделали целых 29 килограмм. Трудились, не покладая рук. Каждый вечер в течение 3 дней, с 6 вечера до 12, до часу ночи мы их потрошили, мыли, обдирали, обрабатывали. Это первый такой большой заказ был на Новый год. Пришлось забить все свое маточное поголовье, потому что перепелок не хватало. Инкубация у меня подвела, и пришлось забивать взрослых уже рабочих птичек. Вот это техасский бройлер, сейчас видите на экране. Такой он замечательно выглядит. Вообще товарная тушечка. Жирок подкожный присутствует. Цвет кожи нормальный такой. Все хорошо, замечательно. Вот птички вообще изумительные. Данной птичке где-то 4-5 месяцев. Уже взрослые это, да. Были еще у меня, конечно, и молодые. 2,5 месяцев. Где-то примерно штук, наверное, килограмм. 7-8, наверное, было молодых. Остальные были уже взрослые. Вот это тоже техасский перепел. Видите, вес данной птички 290 грамм. Показывает на весах, на электронных. А вот был, сейчас будет следующий слайд. Там перепелка у нас, вот это вот японская перепелка, вес ее 190 грамм, значительно меньше. И внешний вид у нее немножко подкачивает, как бы не дотягивает до товарного вида, но вкусовые качества это не влияет. Она такая же вкусная, такая же сочная. Когда пожарится, ты не отличишь, что это техасская или японская перепелка. Вот, видите, техасская выглядит довольно презентабельно, намного лучше. Будем в следующем, в дальнейшем выращивать на мясо именно техасских этих перепелов. Несутся они немного меньше, но не намного меньше. Вполне нормально, вполне хорошо. Вот тут я уже приступил, на данном слайде приступил к обработке, потрошению тушки. Отрезаю я заднюю часть, там где у них яйцевод, там клоака. Ну, у самцов там этот пеносборник ихний, не знаю, как это называется. Ну, то есть, где у него семенная жидкость находится. Вот эту часть я отрезаю вместе с попкой. И через получившееся отверстие вынимаю потрошки, отделяю отдельно желудочки и сердечки. И складываю вот в тарелочку, тут, как видите. Работа такая довольно трудоемкая, особенно щипать. Уже обрабатывать, конечно, это намного быстрее идет. А когда вот ощип идет, вот это все очистка от мелких перьев, от я. Вот сейчас на данном слайде уже перепелка готова была снести яйцо. Ну, она не дожила до того момента. Что поделать? Ничего не поделаешь. Яйцо уже готово было к употреблению практически. Ну, так вот сложилась ситуация, что необходимо было забивать всех, чтобы набрать необходимое количество килограмм данной птицы, чтобы выполнить обязательства перед заказчиками. Ну, я думаю, всем понравилось. Никто не сказал там отрицательных каких-то слов в мой адрес. Все было замечательно. Перепелки были очень вкусные. Мы сами ели, сами готовили. Себе оставляли самых плохих, как бы самых непрезентабельных на вид перепелок. Было очень вкусно. Поэтому я не думаю, что кто-то возражал за данную птицу. Вот тут я отделяю эти желудочки. Потом я их разрезаю. Убираю внутреннюю часть у желудочка, и они идут уже потом в пищу. Из 30 килограмм, то что мы обрабатывали, у нас получилось где-то килограмма полтора желудочков.
желудочки, сердечки и какой-то вот внутренний жирок там еще изнутри с кишочков убирали. Очень вкусная штука. Не знаю, сколько весит данный килограмм потрошков, потому что, чтобы набрать необходимое количество потрошков, нужно забить очень много-много перепелок. Но я думаю, довольно много это стоит. Это такой своего рода деликатес, скорее всего. Поэтому очень это так замечательно. Ну, вкусно. Мы готовили, жарили. Очень вот тарелочка такая вот набралась. Это с одного только раза. Здесь мы в данный момент набрали 8 килограмм, забили перепелок. Еще до этого 10 килограмм, после этого еще 10 килограмм, наверное. Да, 10,5 и 10,5, по-моему, так у нас получилось. Ну, в общей сложности 29 килограмм. Вот здесь я уже взвешиваю готовые тушки, обрезанные ножки, помытые, почищенные, готовые уже к употреблению. Осталось только их разрезать повдоль, еще там немножечко убрать лишние там, ну, кровяные какие-то остаточки. И все, и можно жарить. Вот в итоге у нас 3600 там с чем-то грамм получилось. И 4440. Поработали. Но я думаю, все наши заказчики остались довольны. На этом данный сюжет я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.